Вокруг меня одни бандиты. Это тяжело. Но их так просто одурачить. Все считают меня плохим парнем, потому что я приехал из Германии. Меня повысили в звании из-за акцента. Садись. А теперь, что за задание? Хочу убить Хойта. Шайзе. Постой. Ты же Джейсон Броди, а? Это ты прикончил Васа? Да. Почему ты сразу не сказал? Надо тебя спрятать. Хойт выпустит тебе кишки. Это будет непросто. Ты стал жертвой своего успеха, я? Теперь туземцы нападают на Хойта, а он возводит укрепление. Мы должны уничтожить всю организацию, иначе убивать его нет смысла. Пока Хойт не знает тебя в лицо. Если бы не эти... Что ты задумал? 999. Хотя я... Точно. Ты должен стать наемником. Не спорь со мной. Это задание для двоих, и ты нужен мне здесь. Начнем с главного. Ты не должен выделяться. А? Украдем униформу. Новобранцев высаживают на берег в порту. Найди одного, забери у него все и избавься от трупа. А после этого свяжись со мной на этой частоте. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Чёртова жара. А? Ублюдок! Жуки. Нельзя прыгать в воронку. Большой риск. Ты думаешь, что я вру, но это правда. Я думаю, что ты ошибаешься, Майк. Время покажет, что я прав. Тут нет тебя. А ты говоришь, что нет. Говорю, ты не прав. Нет, помяни мое слово. Смерть вас будет всем на руку. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Я позарился на эти гроши. Вот эти вот. Песок с водой, песок с водой.
Кажется, ничего. Ну, хоть платят стабильно. Назови себя. Эй. Знаешь, что я хочу? Нормальную постель держать его в остром. Поверить не могу, что ему платят больше. Просить прибавку. Это не так и трудно. Опять? Ничего не понимаю. Еще 3 недельки и домой. Нужно послать домой денег с получки. Это начинает меня бесить. Ненавижу это место. На этом острове хоть динозавров нет. Чего я позарился на эти гроши? Идиот! Песок с водой, песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь? Я должен попасть внутрь. Смотри в оба, новичок, и увидишь, как я завалю Джейсона Броди. Это мой остров, мой дом.
что это такое? Я стою дороже, чем мне платят. Что это такое? Освежиться бы. Рукава скроют тату. Черт! И почему приходится спать в этой дыре? Сэм, я готов. По документам парня звали Фостер. Как дальше действовать? Будь Фостером. Не забывай быть доверчивым. Ты должен сам поверить в свою ложь. Хочет лично проверить пополнение. Всем построиться в шеренгу. Проверки тост. Чисто. Эй. Давай, иди. Следующий. Все. Давай, давай, проходи. Ты все? Все, дальше. Жопа. И чист, Фостер. Хочешь рубить бабла? А нахрена я так не приехал? Местный заправила вас недавно приставился. Его империя осталась без присмотра. Его парни пользуются моментом, а мы почему нет? Как же Хой? У Хой-то полно своих проблем. Ему не до этого. А еда может протухнуть, если ее не съесть, верно? Прям в точку. Ладно, иди послушай речь. Эй, позарился найти гроши. Поболтаешься о нашем разговоре. Считай, ты труп. Как поживаешь? Надеюсь, дождя не будет. А, мои румяные новобранцы! Врать не буду. Мы все здесь ради бабла. Но просыпаясь утром, я думаю... Счастливы ли мои люди? Мой отец, земля ему пухом, был шахтером. Каждый день он вставал на рассвете, выкуривал сигарету и отправлялся под землю. Для этого чудесного человека компания была богом. Я сохранил это отношение к моему скромному бизнесу. И я ожидаю от вас того же. Итак, в компании есть три главных правила. Первое. Беречь мой товар. Вы можете их трахать, но нежно. Второе. Убивать любого туземца. И, наконец, всю прибыль отдавать мне. Я все понимаю. Но если вы нарушите одно из этих правил... Уничтожить труд моей жизни.
мою гордость и отраду! Покажем им, что такое бизнес! Да, совсем забыл. Через месяца личный остров за голову Джейсона Броди! Еще 3 недельки и домой. Как дела? Сэм, я бы...